дурит. Так, у нас... Ага, Петр Васильевич подсказывает Роману, как правильно играть, как правильно делать топ-спины. Павел подслушивает, но ничего не слышит. Будет играть, как он играет обычно. Левой рукой. 0-0. Молодец, Павел, молодец. Забеги совершает. Сколько ему лет? Слева направо. Павел, сколько вам лет, интересуются зрители? Он бегает как молодец. Больше 20? Нет, говорит, 20 еще нет. 2-0. Ох ты, прокатилась по сеточке элегантно. 3-0. Один, три. Два, три. Солнце мешает Роману. Да, и три, три. Три, три, да, он не одевает шапочки принципиально. Не одевает? Да, только ладошкой закрывается. Вчера так же. Ну, козыречек-то надо. Да, да, но нет, почему-то вот он не играет в бейсбол. Ну, жарко, есть, наверное, некоторые, кто обязательно. Жарко, жарко. 4-3. 3-4. Молодец, Павел. Эх. 4-4. Нет, 5-3 он ведет. 5-3 он ведет, а, вот так. Перехват ракетки в левую руку, игра левой рукой. Так же, как Павел, симметрично. Ау. 3-5-4. 5-5. Ой, нет, это 7. 6-4. Я все пытаюсь Павла обсчитать. 6-5. Ведет Павел. 5-6. Просто в левую руку взял ракетку. Роман. Ну, он левой рукой, считаю, он ему фору дает. Он бы с правой давно был сделан. Ах ты, ошибка Павла. 6-6. Если я правильно считаю, конечно. Только на подрезках тоже встали. Видите, только качают, качают, качают. Ну, Павел может обострять, но... Рома с ним играет в легкую. Понимаешь? Ох, как вижу. Хорошо. Ох, молодец. Павел, молодец. Молодец, Павел. Такой длинный кач выдержал. 6-7. 7-7. Восемь, семь. Восемь, восемь. Эх, ветер. Он начал играть. Сильный порыв. Не учел ветер. Восемь, девять. Хорошо, сейчас в уголочек. Молодец, ответил на усиление Романа. Молодцы. Молодец, Павел, браво. Браво, Павел, браво. Евро... Счет? 9-9. Какая хорошая идея, что поделаем? Ты бы отошел, да они шибут тебя. Они меня знают, они не шибут меня. Смотри. Стоишь прямо на дорожке. Ах ты, срывается. Срывается Роман. Хотел перекрутить и... 10-10. А с моего места неудобно? Саш, не переживай. Все я... Разберусь. Я смотри, тут уже прирос уже. Ну смотри, чудаков много, они пьяные, наверное. Нет, они все знают меня. Никто не сбивает, даже ну, пьяные все, не сбивают. Все, да не все, залетные. Бах, срывается. Залетные 10-11. Приедет, 10-11. Не бережешь ты себя. 11-10. Удачи тебе. Ага, спасибо. Одиннадцать, одиннадцать.
Вот так вот и в штангу, Роман. 11-12. И вот нелюбимая, нелюбимая сопля. Так, первый сет у нас был, да? Да, первый сет. Два ноль. Из двух партий. До двух побед, да. Все верно. Замечание от Валерия. Так, это 2-1, по-моему, это я пропустил. Сейчас узнаю. И опять сопля. Вот это я точно шортов наделаю. Нет, не надо играть. Попытка сопли через сетку от Романа и ответная сопля в уголочек. Красиво, все равно красиво. Я про счет уже забыл спросить. Но это уже так мы не завышаем. Перехватил, он перехватил ракетку, в правую руку вернул. Счет кто подскажет? На подачах 2-4, Роман, на подачах. Вот, коронный наш роскошный золотой топ-спин с проскальзыванием. Именно с проскальзыванием. Кто уверенно стоит, это не топ-спин. Топ-спин должен быть как на лыжах. 3-4. 4-4. А солнце теперь играет против Павла. Вот так. 5-4. Ох, почти вернул, Павел, молодец. 5-5. 6-5. А, это было, я думал, сетка. И не вернул. 5-7, пошла жара. Пять восемь. Восемь шесть. Шлепок мимо стола. Хорошая подача по прямой слева. 9-6. Заход по топ-сной и за стол. 6-10. Матч поинт. Не-не, я же проиграл первую партию. А проиграл, значит, один тогда не матч поинт. Я же забываю, видите, как меняется ситуация. Да, 1-1 по следам, с трудом, еле-еле, Роман сравнивает счет в этом красивейшем матче. Павел взмахнул крыльями. Качают, ребят. Ох, Роман выходит и снова. У кого нервы не выдержали? У Романа. Я уже забываю цифры какие. 1-0. 1-0. Это первый розыгрыш был такой. Длился 12 минут. Нет, почему 0-2? Все равно я не понял, какой счет. 1-0. Павел молодец, смотрите, какие он преодолевает расстояние. Кто мне скажет счет? Я проигрываю 3-1. 3-1, 3-1 сейчас на подачу к Роману. Вот теперь я все понял. 3-1. 3-2. 2-3.
4-2. 4-2. Четыре три. Да, 4-3. Четыре. Блестящий розыгрыш. Павел себя героем показывает. Летучая мышь такая. Счет, а я за счет... Сколько? 4-5. 5-5. 7-5. Максим, готовься, ты следующий. 8-6. Наверное, недельную норму по ходьбе выполнил Павел. Это необычно, но теннис. Павел, браво! Браво, Павел, браво! 9-6-9. Девять, семь. Боец, смотри, да? Да, держит. Хорошо. 9-8. А, 9-9. Не смог укротить мяч, Роман. 9-9. Решающий сет. Ах, второй удар. Все равно молодец. Не смог, да. Не, Павел великолепен. Просто великолепен. 10-9. 9-10. Он возвращает топсы. Возвращает топсы. Два топса вернул от Романа. Он герой. Герой. Герой, Павел. Давай. Павел. Огромное спасибо, великолепная игра, изумительная. Молодец.